Парни, ну что, пишу тогда. Все, на третий гудок. Видео, да, встаем. Кто на куда. Давай вот так. Вот, ты со спойлером пошел. Да. Ух ты, нифига у тебя там. Так, надо сейчас морды равняем. Да, да, да. Так, где-то так вот. Я вроде с Витей ровно встал. Паша там подтягивается. Паша на техничке. Ты смотри, там техничка вообще танк просто, я не знаю. Ну что, кто гудит-то? Паша, ты гудишь? Давай я. Ну давай, давай. Да-да-да. На третий гудок, да. После третьего гудка срываем. Ага. У тебя даже регион на спойлере, смотри, 77-й, как положено. Московский. Да-да-да. Один. Ага. Два. Три. Ой, что-то я отстал. А, и Витя дифференциал включает, то ее мотылять будет. Я включил, да. Ты какой-то быстрый, ты первый поехал, эй. Я на третий гудок тронулся. Нифига. Блин, Паша, не... Паша, тебя не сдвинуть вообще сзади. Я что-то последний хвостик. Эту тушу не обогнать. Что-то ман вообще ушуршал. Ух ты, как скачешь-то. Ой. Так, все, Паша, сейчас я тебя буду делать. Блин, грязюка. Витя, ты что-то слишком быстро как-то ты, нифига ты втопил, я только спойлер вижу, как прыгает. А вы где? Где? Мы все сзади. А вон едете, да. Ой, лучше не заглядывался. Да, камеры лучше. Я уже все тут, уже морду себе расколотил. Вот тебе и здрасте. Я тут попец зацепил. Давай, КамАЗик, ну, что-то ты, блин, самый последний, блин. Вообще позоруха. Где вы там есть? Я вас вообще уже не вижу, вы там запахали. Я тут борюсь за первое место. Вы там на трамплин пошли уже, наверное? Или вы уже его проскочили? Я вообще где-то сзади. Ой, я сейчас улечу. Ёб твою мать. Все, завалил я техничку. Вон он висит, я. Ну что, может это? Рестарт. Подвинь, посмотри. Я тебя не вытащу, наверное, отсюда по-любасу, да? По-любому не вытащишь, конечно. Ну что, обратно на старт? Давайте, да, на старт. Ну давайте тогда. Рестартнем. А у нас получится? Ну, на старт в гараж вернуться мы вернемся. Да, я уже здесь. Я тоже в гараже. О, а я почему-то оказался на Татре мне. На Татре? Она тоже здесь есть? Да. А, да, точно. Офигеть. Так, сейчас постараюсь поаккуратнее. Я вернусь сейчас в гараж, я вернуться еще не могу до сих пор. О, все, я на месте. Все, я есть. Да, Паша, тебя увлекло просто первое место. Да, я там бился как тигр. Блин, ну ман хорош тоже. Ман вообще что-то мы перестарались как-то. Перестарались с маном вообще. Больно хорошо, он идет вообще как бы по ужасу. Офигенный. Все, стартуем? Ну давай, да. Давай, гуди. Раз. Два. Три. Эх, все, ребята, кто там первый? Я, наверное. Эх, Витя, я тебя сейчас. Ах! А, блин! Все, нормально, теперь. Эх! Ладно, теперь Паша, я последний. Ты едь первый, я пишу просто, чтобы как бы повеселее тут было. Пропущу тебя. Спасибо. Ой, что-то я куда-то улетел. Витя, как всегда, там впереди, только в спойлер болтается. Перестарались там, мы с маном, однозначно перестарались. Ман что-то вообще на ура, да? Да, ман хорош. Он прям вообще прет. Блин, я тут... Паша, я уже на тебя тут на запаске сзади запрыгиваю. Ой-ой-ой, я залагал. Ой. Что-то ты вообще встал. О, все, пошел. Да, ой, я отошел. Ох, вы там друг в друга-то... Да-да, мы сроднились. Лыжню, сзади КамАЗ мастер, парни. Ой. Опять вы ушкакали от меня прям на этом повороте. Что-то я вообще как-то.
плохо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Че, опять кто-то с моста упал? Упал. Кто упал? Ух ты. Паша повис. Повис тут на честном слове. Давай, я тебя уже все равно уже все пропало, я тебя спихну до конца. Ну что, опять на начало пойдем? Давай, такой это. Спокойненько. Дайте я тоже КамАЗ возьму. Ой, это на техничке. А как мне в этот пересесть? Просто пересесть и все. В этот, в мастер-то. Нажми пересесть. А я не вижу его. Сейчас видишь? Нет, вот же он. Не, ну вот я первый. А, я на нем сижу, да. Вот. Бывает. Паша, ты уже на Татру махнул, что ли? Да, я что-то не могу на дом вернуться в гараж. Ты его там оставил? Сам себе? Да. Сам Ой, себе. Я уже надамажил 73 урона. Что там, спереди как нормально? Я не это? Да не, вроде нормально стоит, да? Да, да. Я как-то, блин, слишком, вот, наверное. Да ладно, там сантиметр. Главное не забыть диф и ручник. Это все, да. Все, сигналю? Давай. Да, давай, погнали. Раз, два, три. Эх, давай, 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 давай. Я уже об козла жопу себе повредил. Татра тоже хороша, кстати. Хороша, но только что-то я смотрю, как-то она не сильно за КамАЗом-то успевает. Ну да. Она разгоняется тяжеловато, конечно. Паша, ты меня опять березой гонишь, все. Все, ты меня бортанул. Ладно, сейчас я все равно догоню вас. Нифига такие поскакали такие, знаешь, на трамплинах. Что-то как-то вы больно быстро опять уперли. Ну, смотри, что делается. Это не могу вас догнать, парни. Ать-ать, несет-то как, а? Ну да, ну как бы тут... По скорости тут они где-то развивают. Если с горки, то до 70, по-моему, с чем-то там они. Ай-я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 й. Кто опять ушел? Да, я перевернулся. Да ща поднимем там, как бы. Давай, может, поднимем, правда. Поднимем, там за точек зацепок. Давай за попу меня. Понаделаю, я там сбоку даже две есть. Хотя за поп, наверное, это помешает. Сейчас я к вам прыгаю, парни. Никого тут не протаранил. Уху! Ух ты! Опа! Это был я. Так, вот я тебя сейчас за бок прям возьму. Да, надо зацепить его и крутануть. Лебедка. Не принято, что ли? Почему? Я да нажал. А оно бывает, что-то как-то у нас принято. Ну-ка, подожди. Я не видел ее. Ну-ка, я ставлю. Подожди, я отсюда попробую, ну-ка. Попробую принять. О, ой, я отцепилась. Мы только что, кстати, в мультиплеере играли. То же самое, лебедка отцепливалась периодически. Заводись, Витя. Ага. О-о-о-о. О, нифига ты меня оседлал. Это кого? Аку, что ли? И все? Делаем. Да, все, поехали. О, видишь, подняли мы тебя нормально. Без лебедок, без всяких. Спасибо, Дима, ты последний. Да я сильно не переживаю. Это вы такие добряки такие. В осаду тут залепили такие. Вот так и помогай людям, да? Да, делай людям добра, как говорится. Что-то я пошел тут в раскачку. Я прям в Татре дышу в одно место. Да блин, вы тут знаешь, сколько тут дышали. Сейчас тут Урал стоит маленько, да, неудобно. Кстати, мы знаешь, что пришли к мнению? Надо тебе переставить. Вот эти машины надо поставить вовнутрь поворота, вовнутрь. А, вовнутрь? Как бы да, потому что бывает постоянно со скорости вылетаешь и прям в нее. Я уже и там дальше в КамАЗ вырезался, как бы там с поворотом ходил в него. То есть там вообще жестяк полный.
Ну тут единственное, да, надо рулевкой рулить конкретно, то есть постоянно надо его ловить. Паша стоит, ждет. Паша, да. А что, я там Паша бы уже на второй круг бы уже пошел, по сути говоря. Так. И вот тут бы, Витя, знаешь, вот этот мост сделать один, только растянуть его. Вот где вот тут вот два. Потому что там урон постоянно. О, вы там бодаете друг друга. Нифига вы там. Ай-яй-яй-яй. Все меня развернуло. Нет, удержал. Эх, Витя там, я не знаю, крутится. А самая проблема в чем? Заправляться тут надо, Витя. А я знаю. Обсохнешь. Погнали. Заправился? Я-то да. Да? Все, поехали. Давайте, чешите. Я сейчас вам тут еще пятки-то... У меня 2600, два дамага уже. У меня тут КамАЗ как из одного места высунутый. Я это самое. У меня было как-то, я тут... За раз поймал урона практически. Видишь, мы по пятерке поставили. Ага. Но поймал за один раз что-то почти 5 тысяч урона. А на Татре, кстати, переделали? Да, там тоже пятерку поставили. А, отлично. То есть как бы они по урону все. По-моему, кроме технички. На технички, по-моему, десятка, нет? У технички десятка, да. На технички десятка. Но она, блин, здоровая. Она здоровая. Она, если вот где-то с горки шандарахнется, там будет сразу урона, наверное, тысяч на 10. Ага. Поэтому она там накручена. Но она и более тихоходная, как бы. Ой-ой-ой-ой. Я что-то. Слышь, что-то с КамАЗом какая-то блабуда, как будто он стал неуправляемый. По-моему. Витя, ты как? Он какой-то весь ни туда, ни сюда, да, как-то крутится. Ну, да не, не знаю, нормально будет. Или нормально, или это я просто криворукий такой. Ох, я думаю, вы далеко. Ой, тормозите, тормозите. Оп, все нормально, я прошел нормально горку. Прошел, да? Да-да-да, вообще, думал уйду, но ничего, поймал тут его под конец. Где вы есть-то? Я вообще никого не вижу. Такое ощущение, что вы где-то уже на финише. Нет, блин, я в каждый поворот, каждое дерево, блин. Что такое? О, один я уже, тут деревья собираю. Один уже неподалеку. Да, тут главное работать газом. Газом и рулёвкой. Да, да, да. Ну вот на КамАЗе у нас там, видишь, текстурка вот на этом, на мастере. Задний правый барабан там видно, он текстурой как-то не идет что-то. Ну как бы это. Блин, что ж такое-то со мной? Ой, я уже за того на этого. Вот здесь, Витя, мы это. Вот этот мост бы убрать бы и оставить чисто брод. То есть вместо моста сделать брод. Ага. Да. Было бы вообще классно. Ловите сзади. Хорошо. Ну сейчас уже можем потихонечку прокатиться, как бы посмотреть конкретно по местам, где что подправить. Да. Так, надо будет запоминать. Вот здесь вот этот мост, его бы убрать, да, и вместо, кажется, него просто брод вот сделать вот такой же. Ага. Было бы классно вообще. О, я тебя обошел на мосту. Ах ты! А я смотрел, думаю, что-то как-то больно быстро это примеривался. Ой-о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 й. Да, там поворот сейчас. Опа, нифига себе мне тут. Ла-л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 а. Опа! Опа! Я думаю, что он поет, а он потихонечку так внимание отвлекается. Блин, а сам хоп-хоп-хоп первый прорывается. У меня уже угли полетели. Да у меня тоже давно пришел. У меня 3825. У меня 4,66. У меня 4,76. Перегнал ты меня. Только что вот сейчас догнал, вставил последний раз. Луки опять. Я думал, я, честно говоря, вот эту карту не восстановлю. Ну вообще нормально, что ты нашел там, чтобы ее можно было там подправлять там сейчас. Ну, не то, что нашел, я ее заново всю переделал, за исключением ландшафта. Все это дороги по новой рисовал. Вы где есть-то? Что-то я не пойму. Едем. Нифига вы едете. Вы-то, по-моему, не едете, вы там летите. Летим. Вот-вот. А, я не вписалась. Так, надо ловить момент. О, Витя, я тебя вижу. Ну, видеть мало. Сейчас. Главное одну. Пипец, ну ты погляди. Я опять урон поймал. Ну вот. 4245.
тебя погонит, персик. Давай на углях тут побыстрее. Ты там ремонтируешься, наверное, нет? Я? Да. Нет. Нет, а сам, наверное, ремонтируется потихонечку, нет? Нет. Точно ремонтируется, смотри, а. Так, срочно мне поремонтируется, вот она. Ремонт. Пересесть. Погнали. Эх, давай! Знаешь, это как-то не особо помогло. Да почему нет? Он, кстати, вообще он не едет, когда угли уже летят, он вообще не едет. Ну да. А сейчас все, я даже подчинился, у меня 3400 и нормально. Он хоть побежал. Так, а у меня 3600. Почти 3700 даже. Не, у меня 3462. У меня 3800. А скорости у них одинаковые, да? У кого? Машину приблизительно. Ну да, у них где-то в среднем. То есть ты конкретно тут скорость не поймаешь. Да, в среднем, как бы у них одинаковая скорость. Ну, кроме вот техничка, она как бы самая такая медленная. Ну, ага. Как бы в основном. Ну хотя, опять же, взять, как кто как едет, знаешь. Можно и на техничке тут бананов накрутить на раз-два. Она медленная, зато. Здесь зато больше как бы мастерство нужно. Да. Здесь надо машину прямо удерживать на дороге. То есть тут работа газом, рулем. Блин, понесло меня, я выровнял. Главное успеть поймать. Ну что ж такое-то? О, я Витю опять вижу. Бах. Еще есть. А я Пашу вижу. Еще так. Есть шанс. Ну, Паша просто нас ждет. Он убил. Меня аж машина заглохла. Опс. Ты ее убил? Убил, нет? А? Да нет, он не убил, но ударился, видать, сильно. Ну у нас подпис... Все, у меня угли полетели, а уже. А у меня еще есть на крайний случай фары. На них 50 ремонта сверху стоит. Да. У меня сегодня было такое, мы с Пашей гоняли. Я его вообще ушатал. Какую-то машину. На чем? На Мане ехал. На Мане, ну. Я обсох и обломался, короче. Блин, ну что-то да, как-то что-то. Опять у меня угли уже посыпались. Я что-то последний тут иду. Надо подшуманить. Сейчас пока ты ремонтируешь, я тебя сделаю. Я пока ремонтируюсь, я сейчас в дрифте зайду. Куда? Пипец! И заглохла машина. Совсем? Да, не, у меня 400 опять. Как вот этот мост, кстати, Витя вообще классно переделал, вообще прям. Да-да. С трамплинчиком. Да, я тоже думал сначала, как сделать, я их потом налепил друг на друга. Блин, потому что вот тут старый мост было не поймать вообще. Но. Постоянно. Да, вот этот вообще классно. А этот, да? Воткнулся, все равно воткнулся. Ты с лужей там с этой, да? Да. Я сегодня тоже в него опять втыкался. Один раз было перескочил, но воткнулся снова. Может туда грязи там намазать просто, чтобы он так... Ну мы будем время очень много терять, это уже не гонки будут, а черепашки бега какие-то. Ну оно-то и тут есть, полтрофи. Всего помаленечку. Короче, вы все первые приехали. Оба! Ну что там, может друг другу же ловили? Наши первые. Так, ну что, надо на Мане проехаться все. Да. Сегодня все от меня тормозят что-то. Так. Не, надо на техничке проехать, я еще на техничке не вижу. Давайте, я тоже могу сесть на техничку. Ой, а топливо-то у меня 200 литров. По-любому там заправляться надо, вот на первой заправке. Угу. Это, кстати, меня попросили сделать эту заправку. Вот, еще и заплатили 100 рублей. Ничего себе, вообще нормально. Да. Оба вы на техничке. А вот на сегодняшней карте, в которой мы играли, ага. Это тоже карта это платная. Ага. Эту карту я делал за 350 рублей. Нормально вообще. Вот мы вот моды делаем за бесплатно почему-то. Ну вот. Надо нам тоже как-то заняться этим делом. А что, я рекламу никакую не даю в этом плане. Меня сами люди просят. Мол, сделаешь, мол, я заплачу. Ну, давай. Ну да. Ну я готов. Кто гудит? Я. Да, Паша.
Давайте, говорите. Ой, я наручник нажал нечаянно. А мы уже сколько раз такое было. На старте не успел снять, и все, и ты последний. Да, ох, да, вы да. Что меня зажимаете, танки, вы что? Да сейчас мы тебя вообще с дороги сдвинем. О, не, ну а что, неплохо бегает. Как в тиски. Я Пашу вообще пихаю. Да ладно. Да. Вова! Нифига! Вова, да? Это жесть, это жесть вообще. Давай, Паша, выворачивайся, давай. Он тебя вообще полицейский разворот не замутил. Ё-моё. Опа, 370 урона. Давай, давай, скорее, пока он там стоит. А где вы есть? Давай, манжми, давай, давай. Перед этими, перед трамплином его еще. Да? Да, мы еще сзади. А, вон, вижу, в тумане кто-то скачет. А, вон, мы тоже тебя видим уже. Да что, что-то у меня с маном сегодня не заладилось. Одни эти маячки какие-то там жмурятся. Я тоже. О, кстати, темнее сейчас будет вообще. Да, сейчас придет ночь. Ночь. Это точно. Ой, я опять лаганул. Вы там в тумане что-то пропали уже. Оба. Оп, у нифига себе. Ух ты, куда ты куда пошел? Это меня Паша пихнул. Паша вернул тебе долг. Должок. Опять я злой. Один на один. Опа. Опять меня. У мана вообще вся морда разбитая, ё-моё. Ой, я лагаю, что-то вообще по-страшному. О, видал, как я стою? Я снимаю тебя. А я сам падаешь, себя... Падаешь. О, я приземлился. Падаешь. Назад отъезжай, может быть, да. Из-за елок там будет у тебя ботва. Не, я лаганул, меня Паша толкнул, а потом это... Ты меня еще толкнул. Ну, у тебя, может, знаешь, что этот конверт идет в видео и мешает. Да, но у меня еще трансляция. Да, еще плюс трансляция. Еще запись. Да? Ну да, у тебя он там загружен на полную, по-моему. Поэтому тебя и кидает. Так, интересно, сокращают здесь дорогу или нет? Вот этот путь. Вы низом или верхом? Ай-яй-яй-яй-яй! О, кто я ушел? Верхом кто поехал. Ушел? Кто ушел в кусты? Я. Я видел, то смотрел. Ты на колесах, да? Ну, я на колесах постараюсь вытащиться, конечно, не знаю. Давай я сзади, я, может, тебя попробую сейчас на веревку. Сейчас сначала за дерево попробую. Ой, сейчас. Надо заднюю же включать, когда задом подожди. Едешь. А так нормально, ты там выезжаешь. Вон. Да. Сейчас, подожди. Нормально, да? Да. Отлично вообще. О, со светом вообще прикольно. Ага. А здесь кто-то лежит. Ой, смотри. Паша? На нас Паша едет. Аба! Ух ты, нифига себе. Нифига, вот тут таран тут у вас такой. Кто сильней? Не, я с техничкой не буду тягаться. Техничка, три моста, она вообще трактор просто. Я говорю, она прет, вот сейчас можно этот самый. Все вот тут разобрались. Ты помочь развернуться? Да, я смотрю, ты ему помогаешь, ты его там разворачиваешь. Сам справлюсь. Ой, я что-то прилип к нему. Все, нифига в этом. Все, погнали. Блин, техничку я даже столкнуть пытаешься, нифига не получается. Ну, ладно, автопорт. Это вообще целый. Такой танк. Это просто реально танк. Ух ты, куда это я? Ого! Смотри, да, она как бы тоже на рулежку надо осторожнее, то ее разворачивать жопу. Жопа убегать начинает. Ага. Особенно вот на поворотах там надо аккуратно с подрулькой идти вообще. Ну как бы так-то, когда прикатаешься, она вообще нормально идет. Когда прикатаешься, да, здесь привыкать все равно надо, конечно. Как бы, то есть ты не сядешь вот так вот с первого раза и не прокатишь тут гонку. Как бы это надо и покататься, еще обкататься. О, нифига ты там дрифтуешь. Не ушел? Сейчас меня в дерево вплющит, я чувствую. Нет, дерево интересно. Давай. Там что-то... Кто-то... кто-то улетит, походу, сейчас, да? Улетел? Положил меня. Да вот, глянь, маном меня спихнул. А все, наверное, тебя не достать, наверное, оттуда будет.
да? Наверное, сейчас по. Сейчас попробую. Да все, ну, оно да там нет, там деревьев, да. Оно там намертво село. О, нифига, сзади подъехал. О, нет, ты поехал куда-то, Витя, ты куда поехал? Надо было тебе вдоль забора-то, не пойдет оно? Ну, там все равно сужение. Мне кажется, не вряд ли. Вот на крышу. Вот надо, знаешь, что сделать, Витя? Вот этот мост, вот сделать бы тут одним, тут его никак не сделать. Один, под ним? Один, проезд? Один мост, да, только растянуть его до такой же ширины, то есть, как бы. Чтобы это один цельный мост. Не-не-не. Где-то мы сегодня катались, по-моему, там вот был там один... Там дырки будут огромные. Да? А где же мы сегодня ездили-то? А, на этой... Ну, вот я так. На этой, на карте, на супе мы катались, да? На супе, да, мы там катались. Да, техничка, вообще трактор. Все. Ты куда? Да я Пашу хотел столкнуть. Ман всех победил, короче. Давай, давай, тяни, тяни. А все, я уже в дерево уперся. А, так вы еще на веревке, что ли? Да. Я думаю, что Паша буксует вперед, не едет, нифига. А, все, еще на меня. Все, сейчас я уйду. Ладно, что, давайте. Давайте в гараж. Давайте на другую карту еще махнем, может быть, да? А что там на другой карте? На другой карте у нас грязюка есть. Как бы можно тоже на этих же автомобилях прокатиться. Угу. Так. Ну, в главное меню тогда, да, выходим, да, сейчас? Да, в главное меню выходим, ага. Игра. И все. Я создаю сейчас. Создавай, давай, давай. Обновить. Просто в главное меню. Я говорю, может покурить сбегаем? Можно, можно. Да, пойдем. Давай посмотрим. Так, суп создаем. Да, суп создай. Давай зайдем сначала туда, если зайдем. С главного сейчас меню. Сейчас должны зацепиться. Сетевая, главное меню. Да, вот есть. А мне отключать-то? Может, мне пригло скинуть, я сам присоединюсь тогда сразу? Так нет, ты можешь просто сейчас в главное меню, ну. Сетевая игра, обновить, и суп, да, увидишь там суп. Суп такая внизу. Левел суп. Вот к ней, да, и все. Вот, все, вот он. Все, готово к игре, можно пойти сейчас на перекур. Пойдем, да. Все, давайте побежали тогда. Ага. Идюш, а что такое крючок?
Любой бой, бывает. Беги, мойся, говорю. Алло? Ой, я первый. Я ушел, я пришел. Я пришел тоже. Я пришел. Паша не пришел? Паша не пришел. Что-то Паша, наверное, сигару пошел курить. Трубку мира. Трубку мира, да, наверное, там раскурил где-то. Ну что, как видите, тебе первое впечатление-то? Зашибись. Зашибись? Да, вообще офигенно. Ну, нам тоже зашибись, как бы. Жалко, никто трансляцию не смотрит, слюни не пускает. Да, ну это как бы видео посмотрят люди, как бы ничего страшного. Ну да. Просто чтобы хотя бы так примерно. Ну, карта, мне кажется, дорога не узковата там на гонках. Да не, нормально. Это втроем мы не можем пропихнуться, вчетвером там каша будет просто. Да мне кажется, вчетвером на одной дороге, то есть в одну ширину сразу 4 человека, то вряд ли кто-то выстроится. Так будут разворачивать друг друга вот таким макаром. Я думаю, там... Ну, прикольнее там даже. Таран будет. Не, просто шире делать дорогу, это будет что-то с чем-то, мне кажется. Слишком. Ну вот, мост надо вот где вот справа брод и мост. Надо вот убрать этот мост, а сделать полностью большую площадку, просто вот даже под мостом, чтобы там тоже была вода такая. Чтобы можно было прям сходу его перескакивать, как бы вот так вот. Да, мост убрать, сделать чисто брод. Чисто брод полностью сделать под ширину, вот вместе как место с мостом, так вот это место. На внутренний радиус поставить грузовики, и да? И грузовики, да, вовнутрь поставить. Даже можно наших поставить, как бы, чтобы морда торчала из леса. А сама жопа стояла в деревьях. Там... А вот это тяжело сделать. Я тут. Ага, ну все, ну давай тогда. Витя, ставь готов. Так, сейчас. Так, машинки только поставьте. А, да, и машинки поставь там. Поставь вот этот. Бестаторы поставь вот эти три. Все, стартуем. Машинки, машинки. Ага, машины. Машины. Ман. Ман и два Настя. КамАЗа. Но у нас вот еще одна машинка нарисовалась сегодня. Думаю, я, может быть, ближе к ночи я ее доделаю. Завтра она уже будет, наверное, тут же в паке тоже. А что там за машинка? Там будет тритончик. Тритончик? Да. Тритончик. Я на мастере. На мастере? Я на техничке. Я на мастере. Понравилось? Да. Не, я на ней заспавнился, все, буду на ней. Так, а здесь чего, как, куда? Тут это чисто просто вот посмотреть, прокатиться. Давайте. Паша, давай вот, наверное, так же поехали, как мы ехали. Как, по прямой? Давай, вот, Паша, пусть первый едет. Давай. А ты за ним, как бы, вот, стартуй. Вот тут мы тебе хотим показать эту грязюку такую, вот как вот ты едешь. Машина, то есть, скорости практически не теряет, да? А вот эта вся грязь вот так вот в разные стороны. Блин, что-то я улетел. Короче, по дороге вот налево пошли, налево. Ага. Налево. И вот тут сейчас направо будет. Ага. Вот направо давай. А, вот он мост, да? Да, вот мост мы тебе хотели бы. Это. Вот видишь, он, по-моему, обычный мост, только растянутый, нет? Блин. Видишь? Ну он, по-моему, тоже что ли наложили его друг на друга здесь. Вот растянули и наложили. Посмотреть, как бы. С виду он какой-то. Да, тут и я. Ой. Второй раз уже. Ой. Сейчас ты меня подтолкнешь. Вылез. Все, вылез. Ну вот все равно мост здоровый, он цепляется за эти, за палки. Как бы вот, что-то типа того. Сейчас налево. А там тоже сейчас мы, наверное, встрянем, да? Только надо, да, вот здесь по горе надо. Слева не, прям по не, горе. Не, а. Это не здесь по горе. Это поехали здесь. Обратно, парни, через мост. Обратно. Обратно надо выбираться. Ну, грязюка тут такая тоже, вот, да? Машина как бы скоро... У меня соляры мало. А поехали на заправку, там заправка есть. Сейчас мы как раз тут к заправке и выйдем. Грязюка такая, машина скорости не теряет, но грязь как летит, вот это тоже красиво смотрится. Ну да. Вот такую там нельзя где-нибудь
где прямые участки наложить у тебя. Да можно, в принципе. Попробовать, вот чтоб оно, видишь, такая вся машина в слюнях. То есть она не садится в этой грязи, по большому счету, а в разные места там она шпарит. Заправились? Да, я заправился. Ну что, полетели? Полетели. Тут надо на полных. Паш, ты где? Я здесь. Срежу маленько. Вот грязища тут. Вообще отлично так. Машина уже вся просто в грязи. Ага. Видишь, оно, то есть местами она вообще хорошо проходит, чистенько тогда, и где-то вот местами грязь. Так, тут вот этот... Нифига себе! 716. Это кто вот там? За ним меня пашет вот это. Протаранил. Меня что-то мотает на КамАЗе вообще. Я говорю, что-то с КамАЗом, что-то, по-моему, что-то крутанули мы там. КамАЗ шел вот как ман, а что-то сейчас вообще не хочет. Надо посмотреть настройки где-то, наверное, что-то там перемудрили. Ух ты, вот этот грязь. Ой, нифига себе ты там это, кренишься. Вау! Главное, урон не наносится, да, вот друг в друга? Да, да. Ну таранит она хорошо. Хорош меня. Да все. Видя, ты меня в деревья вогнал. Блин, техничка тяжелая вообще. Спокойно просто всех сворачивает. Она как там. А, черт! Все? Все? Нет, живой. Нифига, вылез, глянь. Я думал, все, уже придется тянуть. Вот здесь вот грязь такая прикольная начинается. Это ветер сзади подостал. Да, сейчас я догоню. А наверху грязи нет, вот я иду по верху. Вот я тебя сейчас обгоню. Смотри, Паша, опа! Тара-та-тара-тара. Нормально я сделал, да? Вообще нормально. Куда едем? Тут мы просто пятаки накручиваем. Воу, вот это каша, да? Да. Нормально. Поехали мы кто-то вперед посмотрим, что там есть. Вот надо на карте на гонках вот такой грязи наложить где-нибудь. Участок такой прям грязевой сделать. Ага. Ладно, было бы классно. Грязь, да, машина вообще вся чумазая просто. А там вид с кабины, все, что у нас присутствует. В техничке плохо, нету этого. Салона там как такового. Ой-ой-ой, тут какая дорога плохая. Мама, не горюй, все, я тут застрял, походу. Не, как пролезу. Тут вообще жесть, какие-то траншеи по наколу. Да. Нифига техничка, смотри, она просто как танк едет, по-моему. Да, и вообще пофигу. Паша где-то сзади, он поднимается, смотрю. Ага. Я тут прорываюсь через грязь эту. Ой, а я встал, по-моему. Сел? Да, по-моему, сейчас попробую понизить оборот. Да, пошел. Ну, вот мастер по грязи хорошо идет. Не знаю, кто делал эту карту. Он пользовался автоматической грязью. Это плохо. Вот, это которая это вот здесь, да, видно то, что он как плешь вот это. Она как будто. Нифига, Витя весь чумазый, гляди, смотри, он какой весь чумазый. Обалдеть. Да. Где-то перепичкался. Что-то мы ездили, так не было видно грязи этой. Да она у меня тут летит во все стороны. Паша, я тебя догоняю. Блин, ман супер. Ман да. Супер вообще, да. О, грязище какое. Мастеру я, привыкать надо, на нем так не получается. Ой, не едьте туда, там сейчас можно засадиться вообще жестко. Ой. Там опять это траншеи там эти жесткие.
Вот это, конечно, месиво такое. Вот грязь тут вообще обалденная, да? Но она, блин, а по ней летишь. Вот, вот такую и надо сделать для ралли. Не, я имею в виду летишь, она, ну, ну да, по-другому немножко ее сделать просто. Да, ее надо здесь, ну да, автоматической грязью здесь пользовался, она потому так получилась. Да, как будто машина и толком ее и не касается. Ну вот, вот, чтобы такие брызги. Куда он уехал? А я не знаю. Я тут. А вон справа крутится. А я по этим, по краю, там около лесочка пока... нормально пробегает. Где-то рядом, я его чувствую. А вот он. Я его чувствую. Я уже вокруг тут, вокруг вас уже три пятака нарезал. А я на карте тебя ищу. Ой, я опять залагал. Прикинь. Вообще, еще. Поехали туда, мы отсюда приехали. Поехали туда съездить. Ну да, посмотрим, что тут. Блин, не тарань меня, мне страшно. Ох, ох, ох. Да, как-то проседает аж прям этот самый грязюка. Ландшафт весь. Ой, я что-то Вики вообще не вижу. А я... Ай, бляха, нифига, вот это тут беда. Слушай, ну мастер по грязи прет, конечно, вообще. Смотри, я на манику долезу. Обалдеть. А, Витя вон едет. Ну-ка, я сейчас тоже попробую. Сейчас я покажу, как надо. Смотри, прет. Нифига ты залез, а я так нифига что-то не могу. Может, у меня грязи тут просто много. Нет, Манж не хочет туда залазить. Сейчас Витя, он на техничке. Опа. Опять все. Тоже глянь, провалила его туда. Ладно, вылазим отсюда. Вот здесь лужи какие-то пошли. И грязи здесь. Сядем. Немерено. О, лужи, прикольно. Ой, да, грязь здесь глубокая. Витя, ты не брал тут колеса наверх ремонтные? Нет. А техничка, по-моему, что-то везет у нас, да? Сама. Но она без аддона ничего не везет. А, аддон там везет, точно. Вообще. Нифига себе. Нифига себе. Эх, Витя, что ты делаешь? Все, все, не ман вообще, вообще улет просто. Да. Техничка вся грязная, такая сырая, обалдеть. Ой, да, кстати, тоже... а почему техничка-то морается? А? Чё. Стой, подожди, а? И ты грязный, я тебя вижу, и ты грязный. Вот, да. Все грязные. Вообще обалденно. А куда я, правильно поехал? А, так мы сами не знаем. Мы сами не знаем. Мы просто тут гоняем. Тут грязь прикольная. Мы чисто, да, по грязи тут, знаешь, погонять. Вот это вот. Само мост. Ух, я куда-то, смотрите. Эй! Опа. Пум-пум-пум. Блин, вернулся. Сейчас, блин, положу я его, наверное. Нет, 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 сейчас я нормально вылез. Ух ты, я сел. Там что, вообще глубоко, что ли? Ну, тут грязь. Под водой грязь. Блин, опять с моста я тут не могу победить. Нифига вы там ушуршали такие, да? Camel Trophy. Можно какую-нибудь карту реально, то есть вот грязную чисто вот на как оффроуд сделать для вот этого пака. Экспедишн какой-нибудь. Да, тоже прикольно будет. Ну в таком, вот, в таком чисто плане. Чисто вот, да? Вот да, вот по такой вот, прям по конкретной грязюке погонять. О, мы на лесополом кто-то приехали. Пилорама. Вообще отлично. Ну, в принципе, меня радует. Единственное, что-то надо, по-моему, Паша КамАЗа опять посмотреть. Да к нему его надо не смотреть, к нему надо просто привыкнуть. А чё мы там, там уже нечего крутить-то. Ну, посмотрим, я не знаю, там, посмотрим, что там не так может быть.
О, вот тут клево, да? Грязь, вода, вот это. Обалденно, ага. Вообще. Вообще красиво смотрится. Смотри, как вообще. Да? Калины, да. Такие. Вот клево, да? Ага. Вот надо что-то, да, вот в таком плане для них, знаешь, вот. Замутить тоже обалденно выглядит. Что-то вы там подотстали, парни. Да. То, что еле едет. Такой. Не, она тяжелая, просто технически тяжелая реально. Она, наверное, она тяжелая. И сильнее. Да, она тонет, наверное, поэтому же и сильнее. Зато таранит она классно вообще. Да, таранит она вообще, ее никто не перетаранит, по-моему. Не, не с пехом, у нее, в принципе, проходимость неплохая. Вообще. Тебя Паша там чешет. Ого, ты разогнал. Смотри, мастер прет по грязи вообще. И встал, да? Да. О, вот кто прет, парни, смотрите. Опа, красненький этот у вас. Ничего не пролетало мимо. Ох, вообще. Не, грязюка тут вообще обалденная. Да? Грязюка здесь вообще классно. Так, что-то у меня... Я могу, давай сделаю грязь перед финишем. Перед гаражом, когда уже после моста сиганул. Прыгнул. Да. В концовку, да? Да, могу сделать грязь. А где-то еще прямики там есть. Там можно вот на прямиках можно вот тоже такое что-нибудь пролепить, как лужу бы. Там пару лужек, да, таких, как бы, не глубоких, а таких, знаешь. Я что-то сел, парни, а. Да где, ладно. Где ты есть? Дерните меня. Поехали, дернем. Поехали. У тебя техничка, Витя, тебе дергать. По природе. Все, он ни вперед, ни назад. Офигеть. Как ты так засадил? А я на скоку сюда плюхнулся. А, Витя он... убирал в мультиплеере вот круг вокруг машины. А, ой, кстати, да, его же... А, нет, я не убирал. Мы убрали, можем тебе к файлу кинуть. Ладно, хорошо. У нас сейчас нету. Остается только свечение, круга вот этого вокруг машинки нету. Играет по сетке, все, видишь, отлично, то есть, как бы, без проблем. Mm-hmm. Это спасибо Данилу Рассееву, он вчера или позавчера мне кинул. Я там его переназвал немножко. Я Данилу повысил в группе. Оба. До кого? До майора? Он у тебя тоже там в группе? Ух ты, вот что-то я смотрю, Витя, блин, ты тоже зачистил. Слебёдка какая-то фигня вообще. Да. Предложение принято, но лебедки не появляются почему-то. Странно. Там же просто прописываешь точки. Так это не, вот. Это не только на наших машинах. Так да, там, вот... может, обновление какое-то замутили опять в этом в игре. Прошло. Не идет. Вот я да нажимаю, вообще никак. Да что ты будешь делать? Во, Витя, я за тебя зацепился. Может, ближе подъехать надо? Это ты меня зацепил. Мне кажется, из-за перепада грунта. Вот если я сейчас ближе подъеду, мне кажется, она должна появиться. Появилась? Не. Ну я вот Витю сейчас цеплял. Ну-ка давайте я подъеду. П. Ну-ка. Нифига она соскакивает сразу. А ну-ка. Если за попу? Ну-ка, подожди, я сейчас за Витю. Вот. Витя прицепился ко мне. С мастером, может, что? Да не знаю. Сейчас еще попробуем. Никак не нифига вообще никак, за мастер вообще... не цепляется. Вообще ни одна. Давай-ка попробуйте сейчас сзади подпихну. Ну-ка, сзади попробовать цепануть. Ну-ка, давай сзади пробуем. О, сзади схватил. Слушай, может точки передние сюда выдвинуть из-под кузова? Так а боковые-то все равно ж берут. Ну-ка, Витя, подожди. Попробуй. И боковая вот у меня взялась, например, на мане. А ты попробуй, Витя, боковой к мастеру прицепись. Сбоку там у тебя должны быть точки две. Не.
А я, по-моему, засрял. А, не, назад едет. Наскакивает. Нету? А, может быть, и боковые не берет, да? Брал я, брал же эти боковые, пробовал. КамАЗ КамАЗом берет спокойно. Ну-ка, ты не вылез еще, Паша? Ну, вроде вылез. Сейчас отъедет, Витя. Попробую. Все, пошел, пошел, пошел. Да, грязь здесь, конечно. Ну, вообще нормально тогда. Что-то ты встал опять, да? Что-то опять встал, ну. Поломался, что ли? Блять, я уже сзади пихаю. Вроде летел по грязи, как это. Ну да, ну... летел как на самолете. Чуть засадил его. Как там? Да вперед давайте, пихаю. Может, назад меня дернешь? Ну давай попробуем, давай. Давай сейчас я тебе. Вот зад берет вообще. Зад берет. Может, точки просто надо, знаешь, что, вперед подвытащить как-то. Во-во-во, нормально. Сейчас и Витя там тебя еще толкает. Сейчас Витя там... Я там выкопал, Витя сейчас там сядет. Да, ну, да я все уже, я не еду. Да ладно. А вот, нет, все, я не еду. Ну что там, Паша, вылез? Все, почти уже. Все, пошел, пошел, пошел. А здесь твердый грунт. Здесь перепад грязи, поэтому, мне кажется, упирается машина и все. То есть высота грязи разная. Так, щенка, вот машина уперлась и все, и не едет. Ну-ка, вот стой, Паша. Сейчас я попробую еще раз за морду взять, когда ты вылез уже. Не, на КамАЗе надо точки править. А боковая... Ух, танк вообще едет, слушай, я стою, он меня отталкивает. Он меня на ручнике пихает, ты прикинь. Гляди, он на ручнике машину двигает вообще вперед. Обалдеть. По грязи причем. По грязи, да, вообще обалдеть. Да, такому еще на дороге не попадаться. Нормально такой. Каша вообще отличная. Витя... Надо, чтобы ты тоже какую-нибудь карту... Ну вот здесь, конечно, вот, вот он здесь, да, этим авто, этой грязью пользовался вообще, да, что попало. Да. Автогрязь, она не красиво смотрится. Машина как будто летит по ней. И рисует грязь. Да. Нет, ну вот разлетается она клево. Вот этот вот вариант, что машина скорости не теряет. И грязь еще вот это в разные стороны. Нифига опять Паша саданул. Ой. Выбрался. А вот надо, парни, вот видите, где дорогу искать? Хорошие. Оп, и проскочил. Так, куда выехали-то? Не знаю. Ну-ка, поступим твоему примеру. Ты срезаешь? Ну, блин, смотри, он прет вообще. Ё-моё, как танк. Оу! Чуть Витя меня сейчас не снес тут просто на своем комбайне таком. Обалдеть. Не, нормально, нормально. О. Куда вы там прыгаете? Я Пашу пинка дал. Для скорости. Мы не ищем легких путей. Вот так надо. Вот так надо ехать, парни. Все, я весь в грязи, зато я первый. Вообще нормально. О, что-то тут как-то тоже с грязью туговато. Ну-ка, подскину-ка я оборотик. Тут тоже грязюка жесткая. О, Витя пошел лужи мерить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, на Витю посмотри. Ой. Ну-ка, подожди, да. Все, я глохну. Рыбки плавают.
На рыбалке, Витя на рыбалке, короче. Да. Вид из кабины. Жалко, но Витя из кабины под водой. Ну там, кстати, текстуры салона не прорисованы. Вот в мастере и в этом самом. В мане вообще обалденные. Как бы текстурки такие красивые. Так, сейчас, подожди, Витя. Парам-пам-пам. Оп. Так, зацепился. Да блин, ты, наверное, тяжелый, тебя не вытащить будет. Нет, вроде идет. Идет, да? Идет, идет. Блин, еще глохну. Вот так я не пойму, за что я тебя схватил там. За бок. Я тебя за бок. За бок тебя схватил. Я тебя разворачиваю вообще. Все, ты завелся? Да, я завелся. Посмотри, как ты, блин, хорошо поехал. Глубокая тут лужа, да? Да. Я думал, она так проскочить можно там по ней тоже. Вообще отлично. Да не, не, нормальные машинёшки такие. Машины классные. О, я машину помыл. Ага. Чистенькая. Да я бы не сказал, я вот еду сбоку, она грязная, у меня весь пункт. Все, парни, я полетел. Видите, опять что-то встал там. Да, я что-то вообще забуксовал. Что-то, блин, вроде... Еду, правда, но еле-еле. Не, ман вообще тут, конечно, шикарен. Что-то с маном мы вообще, да? Самый он у нас тут тугой был вообще. Да? Да, да, мы полностью удаляли его. Вообще, это получается второй ман вообще, то есть при конвертировании и настройках. То есть был сначала такой же ман, но видно, первая версия как бы этого мода. Мы его мучили. Мы никак не могли побороть вообще, не по подвеске у нас там туго шел. И вот потом я в итоге нашел вторую часть, как бы вот эту, даже со спойлером с этим. Давай, может, я тебя на этот, на троса или вылез? Не, вылез, нормально пошел. Вот. И в итоге все, сейчас мы вот полностью его переделали. Есть, да, недочеты, как бы вот на мане, например, когда едешь, у него... Ты сейчас вот видишь сзади крылышки на кунге, да? Ага. А когда ты на нем едешь, их нет, там просто висят фонари. То есть с текстурами мы тут не смогли проработать, там что-то как-то или в модели это все про это, в 3D Max что-то делать нам, ну у нас, конечно, не мастера по 3D Max. Угу. Как бы мы так, как бы и так, в принципе, отлично получилось, я думаю. Не, они отличные машинки, супер. Да, то, что они другие вот дефолтные аддоны, они не таскают, мы к этому и не стремились, то есть. Вот он есть как есть, это реально раллийная машина, не для брёвен, как говорится. Ну да, но, да. Как бы, чисто на ней гонять, точки открывать, например, как техничка, да, ремонтные части, заправки там. Только сегодня карту я делать не буду, наверное, переделать, да, завтра не, после работы. Ведь мы все равно у нас еще как бы две машины пока что, еще нам погонять. Нам еще, да, надо доделать. То есть по лебедкам по этим посмотреть, тут вот видишь. На опять. Полчаса работы, по большему счету, ну. Но все равно там, я думаю, у тебя без этого хватает. Вы где? Нет, я не выспался сегодня еще. Ну да, ты писал, ты 3 часа поспал, это вообще да. Ну я что-то, знаешь, ну, про карту гонки подумал. Потому что, ну, на самом деле хотелось бы доработать. А с другой стороны, блин, думаешь, ё-моё, ну все заново практически делать. Вот, только ландшафт. Ну, в принципе, ландшафт это самое сложное на карте. Вот здесь вот ландшафт простой. Тут все как бы полого, грубо говоря, на пологую поверхность накидали грязи. Ну да, ух ты, как проседает, едешь вперед, карта садится так. Вообще. О, сейчас Паша опять хлопочет. На-ка. Что-то это как-то ему особо не помогло. Ой, тут опять вообще каша какая-то где-то тут. Ну уже следы есть, мы тут, наверное, ездили. Да? А я своих тут не вижу. Мы тут были уже, походу. Вы вправо берите вот сюда, к лесу. Угу. Там глубоко как-то все это дело. Следы есть какие-то. Наверное, наши. Других не может быть. Все равно вот даже вот как они, хоть и раллильные, все равно вот по грязи на них прикольно полазить. Ну да. Да даже можно как бы под это и карту какую-нибудь залепить, знаешь, вот чтобы. Вообще классно. Здесь я вижу следы. Чтобы по грязи вот это там с лужами, знаешь, грязь может быть даже побольше, чтобы туда залезть, так чтобы
по КВС, а вот то есть. Легковые машинки тоже какие-то, вот я знаю, вот есть раллийные. Есть, да. Ну, что-то как-то мы еще. Их как бы много, понимаешь, то есть там любые можно вставлять, а как бы вот это уже реально как бы машины сделаны, ралли. То есть это не придуманная какая-то модель там. Это реально машина сделана с настоящих автомобилей. Да-да-да. Вот кто-то умеет же, да, делать. Ну да. У кого-то руки растут оттуда, откуда надо. И голова работает. Ой, тут мы ездили, следы какие-то. А, мы выехали, знаешь, куда? На пятак, где мы скрины делали. Блин, ночь такую сделали, что ничего не видать. Да. Да, вот она, пошел подъем в горку. Мы тут уже были. О, это наш пятачок. Да. Мы тут скринились все. А, сейчас. Витя, не надо. Ну да, и вот могли бы сделать, да, чтобы хотя бы было видно фары, да, соперника твоего. А то ты, получается, свет вот сейчас включи, и все, ты его не видишь, он едет. Да, вот освещение бы, да, в темноте. Соперника вообще бы классно было. Ёлки-палки, блин. Вот это да! Я аж вздрагиваю, когда у меня техничка врезается. Ну-ка, упереться просто, кто перетянет? Ну-ка, давай. Ну-ка. Смотрите. Эх, есть же такая ерунда в этом где-то. В интернете я видел, да? Только там на трассу они, по-моему. Кто кого перетянет. Зацепитесь. Жопа к жопе, кто кого перейдет. Ух ты, Витя, я Витя с салона включил. Обалдеть. И чувак кепку поправляет. Жесть вообще. Но никто не победил, да? Мы на месте. Ну да, а потому что еще в грязи. Мне кажется, на твердой поверхности я бы тебя это... Притянул? Мне кажется, да. Так, Паша там... Опа! А у его чуть-чуть колыхнуло буквально, я тебе говорю. Он... Ему, по-моему, действительно эта машина, танкер такой, непробивной вообще. Ну вот она вот, ее ее, знаешь, пытаешься вытолкнуть дорогу, с дороги сам начинаешь вылетать. Я думаю, если ты сядешь вот на ней, да, то вытянуть будет тебя тяжело из этого, из грязюки-то, да? Ну да. Вообще. Ну ладно, завтра, если Витя время будет, как бы, я думаю, там ближе, может, к вечеру, можно будет еще покататься, мы постараемся тритон тут добавить сюда. Ага. Кучку. Да. Посмотреть, что за тритон. Ой, да вообще там веселая машинешка, конечно, он будет поменьше. Да я, наверное, видел, как бы, он где-то уже был в интернете. И кразу надо тоже дома довести. Ага. Да, краз тогда, скриншоты мне. Показывал Дим. А это не тот, Витя, не тот. А, другой? Ага. Кстати, с тем тоже ничего не вышло, он вообще не конвертнулся. Только колеса одни и панель там. То есть мы долго мучились, но ничего такого не вышло. У меня была уже какая-то проблема с какой-то машиной. Такая же тоже. И он появляется самой модели. Опс. Вот. Скалы какие-то жесткие. Ну что, может, давайте на гонку еще или будем заканчивать? Да заканчивать я пойду, да, отдыхать. Заканчивать, да. Давайте, да, ладно. Ребята, все, кто посмотрел, как мы тут поглумились, покатались. Ох ты! Обалдеть, ты меня чуть не перевернул, Витя. Подожди, скрин. Опа! Ах ты, вообще красава. Нифига себе, вот оно дает. Да, дела. Эти все, я слезу сейчас. Ну давайте встанем, может, за скрин, может, общий, мордами. Давайте. Давай. Тогда что, я остаюсь, Давай. Паша грязный вообще. И Витя такой не слишком чистый. У меня-то я вообще отображаюсь, как свинья. Вообще просто весь мятый, грязный какой-то. Вообще. О, вообще. Так, что, лепим скрины все, да? Да. Парам. Есть. Супер. Все, ладно, я выказюливаюсь. Ну ладно, давайте, да. Заканчивай тогда. Все, ребят, молодцы вообще, офигенные машины сделали. Ну да, вот теперь просто супер. Все это добьем, выложим, народ пусть катается, обалденно.
Да. Ну все, ладно. Все, ладно, все, ребят, давайте пока.